тренерский состав и ученики школы «Триумф» города Химки. Наше подразделение передает вам большой привет и желает всего наилучшего. Здоровья вам, успехов в учебе. Старшеклассники, собравшиеся в актовом зале школы «Триумф», внимательно смотрят видеопривет бойца, который закончил обучение, когда они только пошли в первый класс. На встречу пришли и педагоги школы. Одна из них, учитель физкультуры Ольга Кирсанова, рассказала о своей семье, несколько членов которой сейчас защищают родину в зоне СВО. Как же я могу остаться здесь? Там мой сын, там защищает свою родину. Я тоже должен вместе с ним защищать. О том, как защищали родину наши предки, в свою очередь аудитории поведала учитель истории Нина Винокурова. В эти дни Россия отмечает очередную годовщину Новороссийско-Таманской наступательной операции. 81 год тому назад советские войска после 5 дней ожесточенных боев выгнали гитлеровцев из Новороссийска, овладев этим важнейшим стратегическим пунктом. Враг здесь потерял свыше 36 тысяч солдат убитыми. Более 200 попали тысяч в плен. Патриотический урок в школе «Триумф» прошел в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». И, судя по лицам собравшихся, никого не оставил равнодушным. Очень важно проводить такие мероприятия, так как на них мы рассказываем о памятных датах истории нашей страны и связываем их с событиями, проходящими сейчас в нашей стране. И действительно, как и десятилетия назад, сегодня Россия успешно противостоит коллективному Западу, констатируют спикеры мероприятия. И добавляют, помнить о подвигах предыдущих поколений и чтить героев сегодняшних дней и призваны подобные встречи. Хочу передать, чтобы вы, ученики, учились прилежно. Будьте гордостью для ваших родителей. Владислав Грачев, Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.